Уважаемые зрители, добрый день! Представляю вашему вниманию водонагреватель российского производства серии Нева, модель 4513М. Водонагреватель изготавливается компанией «Балгаз» на заводе в городе Армавире. Водонагреватели разработали непосредственно инженеры компании «Балгаз», и поэтому он адаптирован специально для российских условий эксплуатации. Колонки Нева производятся по современным европейским технологиям и отвечают всем мировым стандартам качества. Процесс производства максимально автоматизирован. Комплектующие водонагреватели изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании и проходят испытания на качество и надежность. Что любопытно, процесс сборки на армавирском заводе газовой аппаратуры построен по принципу «один водонагреватель, один мастер». Это значит, что каждую колонку собирает только один мастер, после чего ставит персональный штамп и впоследствии несет личную ответственность за качество газовой колонки. Вернемся к нашей модели. Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой квартир и загородных домов. Его пропускная способность, то есть количество воды, которое он способен нагреть на 25 градусов Цельсия, составляет 13 литров в минуту. Этого достаточно для обеспечения горячей водой двух точек водоразбора, например, душа и крана на кухне одновременно. В комплект поставки входит сам водонагреватель, крепежные элементы и руководство по эксплуатации с печатью завода-изготовителя. Ширина водонагревателя 35 см, высота 65 см, глубина 24 см. Размер обусловлен мощностью водонагревателя. За управление колонкой отвечают две пластиковые ручки. Левая регулирует количество газа, подаваемого на горелку, правая изменяет количество воды, проходящей через водонагреватель. Значение температуры воды отображается на цифровом дисплее аппарата. Преимуществом данной колонки является электронное автоматическое зажигание, то есть колонка включается автоматически при открытии крана с горячей водой. Электронное зажигание работает от двух батареек типа LR20. Облицовка колонки покрыта белоснежной глянцевой эмалью и будет лаконично смотреться на кухне. Водонагреватель не имеет торцевых стенок, что позволяет получить удобный доступ к соединительным патрубкам и облегчить сервисное обслуживание. Облицовка крепится винтами в нижней части и легко снимается с помощью обычной крестовой отвертки. В колонке использован экологически чистый и надежный медный теплообменник, емкость, где происходит нагрев воды. Самым важным процессом при производстве теплообменников является пайка в бескислородной среде. Стоит отметить, что бескислородная пайка теплообменников не содержит вредных примесей свинца, в отличие от большинства китайских аналогов. Данный аппарат также способен работать при низком давлении воды, что весьма важно, особенно для квартир на последних этажах. Многоуровневая система безопасности отключает аппарат на любом этапе возникновения неисправности и гарантирует его безопасную работу. При незапланированном затухании пламени на горелке система автоматического контроля прекратит подачу газа. Если у вас нет подключения к магистральному газу, например, на даче или в кафе, в колонке предусмотрена возможность перевода горелки на сжиженный газ-баллон. Коэффициент полезного действия аппарата 85%, гарантия от завода-производителя 2 года, срок эксплуатации более 12 лет. Подводя итоги, газовый проточный водонагреватель Нева 4513М – это современный недорогой аппарат российского производства, способный обеспечить две точки водоразбора горячей водой и, соответственно, подходящий для установки в квартире или доме с потребностью большого расхода воды. Наличие полной системы безопасности, простота управления и эксплуатации делают использование колонки комфортным и безопасным. Обращаем ваше внимание, для того, чтобы водонагреватель служил вам долго, требуется делать ежегодное сервисное обслуживание, ну и не производить никаких работ самостоятельно, конечно, кроме замены батареек. Также вы можете обратиться по бесплатному телефону 8 800 555 4035. Подписывайтесь, оставляйте ваши вопросы в комментариях к видео, и мы будем снимать ролики на интересующие вас темы. Пока!